Бои на подступах к Белграду закончились полным разгромом противника. Первая линия немецкой обороны, опоясавшая город Тровена, и танки генерала Жданова устремились к предместью Белграда. Красной армией наступали части Народно-освободительной армии маршала Тито. Герой Советского Союза генерал-лейтенант Жданов, генерал-лейтенант Югославской армии Пеко Дапчевич. Наши танки уже на окраинах Белграда. Они ворвались в город одновременно с разных направлений. Завязались уличные бои. Наблюдательный пункт. Он расположен на крыше самого высокого дома в предместье. Отсюда весь Белград виден как на ладони. Гитлеровцы никогда не чувствовали себя спокойно в Югославии. В страхе перед партизанами, перед непокоренным народом, они покрыли улицы Белграда дотами. С приближением Красной армии эти доты были усилены огневыми средствами, подготовлены к обороне отдельные дома и целые кварталы. Уличные бои сразу же приняли упорный, ожесточенный характер. Городские перекрестки превратились в огневые позиции. Отважные белградцы под огнем выносили раненых. Так плечом к плечу сражались за Белград советские бойцы и воины маршала Тита. Майор Югославской армии доставил советским командирам план района с засеченными огневыми точками немцев. Бой приближался к центру города. Рассекая вражескую оборону на части, по центральным улицам двинулись наши танки. Одновременно с окраин ударили гвардейские минометы, истребляя живую силу немцев. Ведут немцев. Уже не хозяева и победители, а пленные швабы, как презрительно называют их в Югославии. А это предатели своей родины, немецкие холопы. Thank you.
союзной Югославии свободна. Это была особенная встреча. Братский югославский народ восторженно встречал Красную армию освободительницу. Десятки тысяч людей заполнили улицы. Без конца, без счета раздавались приветствия. Да здравствует Красная армия! Да здравствует Сталин! Да здравствует Тито! Четыре месяца мучений и народного горя закончились в этот счастливый день. Праздник Победы был отмечен торжественным многолюдным митингом. От имени воинов Красной Армии выступил генерал-лейтенант Жданов. В боях, скрепленная кровью, закалена наша нерушимая дружба, дружба братских славянских народов. От воинов маршала Тита отвечал генерал-лейтенант Пеко Дапчевич.
светлый час освобождения нашей Родины, первое слово любви и благодарности мы обращаем великому маршалу Сталину.